Всем привет, это канал Сами Своими Руками. В этом видео мы будем делать арбалет из палочек от мороженого. Нам понадобятся вот такие для начала 4 палочки. Мы в торцы их склеиваем. Каждый верхний и нижний. Используем еще 2 палочки для того, чтобы создать прямую линию, чтобы не было перекосов. Теперь нам необходимо сверху приклеить палочку, чтобы соединить. В общем, мы создаем жесткость. И приклеиваем потом сверху еще одну короткую. Теперь нам еще поверх них в перехлест нужно приклеить еще одну палочку. Теперь приступим к нижней части. Здесь мы просто кладем 2 палочки с боков, мы их не приклеиваем. Потом поверх них уже 2 вот эти верхние склеиваются между собой. И склеивается верхняя для жесткости. Потом боковые мы вытаскиваем. Получается вот такая вот штуковина. Так она выглядит. Здесь не нужно прям миллиметры ловить каждую палочку, делать там прям вот прям идеально, чтобы все были ровные. Это абсолютно без разницы. Вот так вот, вот у вас должно получиться. То есть те палочки боковые, которые я подкладывал, они просто создавали, в общем, не давали люфта и лишнего движения. Теперь мы вставляем в бока палочки. Это мы будем делать рукоятку. И приклеиваем вот то, что я сейчас составляю. Мы только это приклеиваем между собой. То есть мы не приклеиваем эти детали к основе, которая была вот создана до этого. Вот как я сейчас складываю, вот все эти детали мы их склеиваем только между собой. Вот таким вот образом все это будет проклеено. Когда мы все это разберем, получится вот такая вот конструкция. Ну там, то есть еще торцы я приклеил, боковушечки маленькие. Вот так она будет заходить, то есть вот в чем вся фишка. Рукоятка будет вытаскиваться относительно... Ну, назовем так, ствола. Теперь нам нужно вклеить палочки рядами, как заборчик. Это и будет та часть, за которую мы будем держать. Так, промазываем все изнутри. Ну, последовательность здесь, в принципе, как вы будете там промазывать, как вам более комфортно. Мне вот сделать было проще так. Все, и склеиваем между собой. Не забываем промазывать торцы, то есть палочки, чтобы склеены были вот обязательно и торец тоже. И сейчас нашлепываем их очень быстро, и получится у нас прикольно. На крестики не обращайте внимания, это так просто было. Получается вот такой забор, деревенский заборчик. И то же самое вы делаете вот в круговую. Все просто, элементарно показано, я думаю, повторить может абсолютно любой. Ничего хитрого такого сверхъестественного здесь абсолютно нет. Фотографии моря, я думаю, все понятно. Все, и мы, соответственно, делаем перемычку внизу и сзади. Это для того, чтобы не было перекоса, чтобы эта штука вся жестко стояла. Это и есть ручка под... В общем, вы будете держаться за нее. Склеиваем также вот таким вот макаром сам лук, так скажем, основу арбалета. Тоже не, тут не показываю детально, все и так по картинке видно, все понятно и безумно доходчиво. Сделайте стоп-кадр и все поймете. Проще не бывает. Вот так он будет вставляться в паз. Для этого мы сделали там промежуток. Так она выглядит сверху, наша деталь. Ставим вот рукоятка на месте опять. Все очень-очень просто. Это, конечно, будет не зверобойное оружие. То есть это вещь чисто поугарать детям для стрельбы в солдатиков, там еще в какую-нибудь фигню. Так, теперь приступим к основе, продолжаем ее делать. Мажем 2 палочки пополам. И приклеиваем, как вот показано, в середке палочки. Я просто кладу их, ничего не приклеиваю. Это я создаю, так скажем, пустоту. Вот, хорошо видно. Это чтобы здесь, в этом пазу, будет кататься наш боек, назовем это так. То есть толкатель. Теперь мы, опять же, палочку кладем в середке, просто как для фиксации, помощи, чтобы придерживало эти палочки. Приклеиваем еще сверху. У нас внутри получится такой своеобразный пазик. Вот хорошо видно, что в нем как раз вот входит, должна, в общем, там кататься палочка от мороженого. И ширина между этими рядами должна быть в 2 палочки. Зазор. Потом поймете почему. Делаем
толкатель с половины палочки, уже я ее на место поставил, склеиваем еще два кусочка и сверху клеим ее вот таким вот образом. Это и есть будет наш такой боек. Сзади делаем небольшое углубление под резиночку. Это крепеж винтик для удерживания, так скажем, в заряженном состоянии. В конце обязательно подлить нужно, чтобы не выстреливала, не долбила отдача в сам лук. В общем, надо просто повторить, как сделано. Вот такой он получается в итоге, в готовом состоянии. Вот, кстати, видно хорошо, там было отверстие просверлено под нашу шпажечку деревянную. Конструкция безумно простая, я думаю, вы все сможете ее повторить. В этом я и стремлюсь как бы создать что-то, ну, простое и не сильно хитрое. Если замудряться, то может тогда проще и пойти в магазин и купить готовый лук, поэтому не паримся. Так, ну все, мы закончили. У нас есть 4 элемента. Это ручка, сам, так скажем, лук, основа, толкатель. Это вот 4 элемента. Ну и пятым будет стрела. Это шпажка, самая обычная шпажка деревянная по набору. Как собирается? Все очень просто и элементарно. Все, вся конструкция. И использую две руки. В этой руке просто держу. Отвожу. Можно так отводить. Фиксирую пальцем, то есть палец я использую как курок, так скажем. Вставляю, вот так это выглядит. И когда я отпущу, убираю палец, то он, соответственно, стреляет. Так, ну, расстояние-то далеко не получится, но... Так, насколько максимально-то я смогу отойти, сейчас мы посмотрим в кадре. Так что получился у меня вот такой вот арбалет. Да, вещь, согласен, чисто для детей, чисто поиграться, зато они могут сами изготовить, ничего сложного, ничего хитрого, стрелять по солдатикам вполне достаточно. Также вы можете посмотреть и про другой арбалет. Так, это берем. Дело еще есть видос у меня про вот такой арбалет, тоже, опять же, детская игрушка, просто прикалываться, то есть не смертельное оружие. Так что, если видео было интересным, полезным, прикольным, ну и детским, поставьте мне лайк. Комментарии, подпишитесь на канал, сами своими руками, будет много.